Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Путін провозгласив себе Гітлером. Це дійсно дуже важливе событие. Я имею в виду, конечно, прошумевшие на весь мир откровения Пескова и Лукашенко вчера и позавчера. Пресс-секретарь Путина Песков заявил следующее. Украинское руководство должно выполнить разумные требования России, и в этом случае она прекратит страдания украинского населения. Песков даже не догадывался, что он с точностью процитировал заявление канцлера Гитлера от 17 июля 1940 года. Руководство Великобритании должно выполнить разумные жизненные требования Германии, и только так она сможет прекратить страдания британского населения. Он не украл эту цитату, просто ментальность его хозяина, ментальность всей этой шайки совершенно совпадает с гитлеровской. Но если этого было еще мало, на следующий день эту тему развил Лукашенко. Вы можете сказать, что Лукашенко — это не пресс-секретарь Путина, но то, что он произнес, я сейчас это процитирую, он произнес это, находясь в нескольких метрах от Путина, в кулуарах саммита, так называемой почившей в Бозе организации ОДКБ. Путин знал, что он произносит, и, видимо, даже ему это поручил. Лукашенко развил мысль Пескова. Он сравнил цели, военные цели Путина 24 февраля этого года и его военные цели 24 ноября, через 9 месяцев после начала операции. Как раз гитлеровский плод созрел полностью за 9 месяцев. Владимир Владимирович 22 февраля ставил целью операции ликвидации украинского государства, пояснил Лукашенко. А сегодня он ставит другую цель. Он ставит задачу уже уничтожения Украины целиком, украинского народа. Вот такой у нас геополитический субъект. Кстати, вот эти заявления уже откровенное объявление себя законченными фашистами удивительно коррелирует с новостной лентой сегодняшнего дня. Скоропостижно скончался министр иностранных дел Белоруссии Маккей. Маккей все время вызывал ненависть российского руководства и российского пропагандистского аппарата. Его все время обвиняли в прозападничестве. И действительно, он был как бы каналом связи Лукашенко с западными державами, которые Лукашенко сохранял, уже почти полностью поглощенный Путину, и что чрезвычайно Путина раздражало. Мне кажется, выдала себя с потрохами госпожа Захарова, сказав сегодня, что она потрясена новостью о смерти Маккея. Вот весь характер отношения российской верхушки и тем более Министерства иностранных дел к Маккею не соответствовал вот такому потрясению госпожи Захаровой. Ну и, естественно, в связи с объявлением Путина Гитлером сегодня, возникают совершенно очевидные исторические параллели. Убийство гитлеровцами канцлера Австрии Дольфуса в его резиденции в 1934 году, что убийство, которое стало прелюдией к аншлюсу Австрии. Убийство министра иностранных дел Чехословакии Масарика, сына основателя Чехословакии, в 1948 году советские агенты выбросили его из окна. Это было прелюдией к перевороту, который они совершили в Чехословакии, отстранив правительство Бенеша и приведя к власти коммунистов. Видимо, что-то подобное произошло сегодня утром в Минске. Недовольство, это мягкое слово, конечно, недовольство Путина Лукашенко в течение последних 20 лет, оно просто зашкаливает. Несмотря на все эти спектакли, которые они разыгрывают, они друг к другу относятся с плохо скрываемой ненавистью. 20 лет Путин любыми средствами старался
заставить Лукашенко подписать, наконец, полное окончательное объединение Белоруссии с Российской Федерацией, лишить ее государственного суверенитета. Лукашенко был согласен на многое, он отступал очень долго, но он не соглашался на то, никаким образом не хотел превращаться из диктатора европейского государства такой средней величины в минского секретаря обкома. И он, по образному выражению, рожденного уже украинскими наблюдателями, он петлял. Он 20 лет петлял, ускользая от железных российских объятий. Да еще раньше, 25, это желание поглотить Белоруссию у российского политического класса началось еще при Ельцине. Лукашенко понимал эти комплексы имперские российской элиты, и он их цинично эксплуатировал. Каждый год он приезжал в Кремль, подписывал какой-нибудь документ о полном заключительном объединении, разбивал в гранитной палате стакан с водкой об пол. И уезжал, получив там до десятка миллиардов субсидий, прежде всего, в энергетической сфере. Но так продолжалось десятилетиями, приводя уже наследника Ельцина Путина в бешенство. Это настоящий позор. Я тут бачу, как каталанцы и испанцы почали ненавидеть россиян. Они колись их витали, бо ці гроші їм привозили. Так. Закуповувалися. А тепер росіян навіть не хочуть. Це майже грузини, що не хочуть з ними розмовляти і це. І деякі росіяни порядні, є порядні росіяни, не будемо казати, що одиниць чи груп нема. А є біженці їх ще з попередніх часів, так, і дисиденти колишні, все. Вони кажуть, знаєте, нам дуже важко, коли ти скажеш, що ти росіян, то тепер ніхто з тобою не хоче мати до діла. Навіть у банках, з паперами, із документами просто відсувають нас то. А колись ми були тут головні, тому що в нас були хороший імідж супердержави і все інше. І говорячи з місцевим населенням тут, вони кажуть, буде дуже важка зима, напевно. Але ми готові пожертвувати собою, тому що це боротьба цивілізації. Ми за демократію, і хоча ми є далеко від того фронту, ось наша держава, в даному випадку Іспанію, ми постачаємо Україні зброю, ми фінансово, наскільки ми можемо, допомагаємо, бо це наша справа демократичного світу. Розумієте, такого поняття не було вже від 30-х років тут, і як був цей міжнародний легіон і все інше і так далі. І вони кажуть мені, пане Богдане, ви знаєте, Пікассо написав картину Герника, бомбардування цього міста Басків. І він привернув увагу цілого світу, як фашисти нищуть бомбами то. А вас кожного дня є 120-30 таких Герник. Ми вам так співчуваємо, і ми з вами. Дивіться, Черчилль колись писав в 39-му році, що Росія – це така загадка, як матрьошка, знаєте, сфінкс такий. Ой, він його не зрозуміти. І я писав от вчора в нашій газеті «Київпост», кажу, що було не зрозуміти, ви просто не хотіли бачити ту правду. Вам замилювали очі, що це якась екзотика східня і фігові листки цього більшого балету, Ермітажа, накраденого мистецтва, художників, половина з яких були неетнічні росіян чи більше, і так далі. Ви забуваєте, що Пушкін, коли давили Польщу, закликав, критикував наклепників європейських і так далі. Але ви не звертали на увагу, ви звертали на увагу на Достоєвського, бо глибока російська душа. Але ви не звертали увагу про те, що його тепер цитують, щоб якраз легітимізувати цю відокремленість, специфічність Росії і православня атеїстичне їхнє, і автократію їхнє все. Чому ви тільки бачили те, що вам було вигідно? І я кажу, сьогодні, що відбувається в Україні? Це є злочин через наказання. Розумієте, це не є crime and punishment. Це Україну наказують, карають за те, що вона хоче бути з собою. Ми їм дарували це українство, а вони тепер
розсуждають про некую окупацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.